В воскресенье днем в районе кирпичного завода на стройплощадке погиб иностранец. Уроженец Северной Кореи упал с высоты 9-го этажа. Многоквартирный дом по паспорту будет в 2 раза выше. К 2015 году его закончат на уровне 18-го этажа. У вас китайцы на стройке работают? Корейцы. А погиб кто, кореец или китаец? Кореец. Кореец погиб, да? Внутри где-то упал, в шахту? Извините, больше не могу. Но он внутри, да? Ничего, больше не могу. Почему? Запретили даже разговаривать с вами. Кто запретил? Начальство. Предварительная причина смерти рабочего – несоблюдение техники безопасности. Из 9 возведенных этажей 6 уже имеют внутри лестничные марши. На оставшиеся 3 приходится забираться по деревянным настилам. Не набегаешься. Кореец работал на самом верхнем этаже. Рабочий поленился спускаться вниз и решил справить нужду прямо с края плиты. Подойдя к обрыву, он начал расстегивать штаны. Защитных ограждений тут нет, к тому же руки у иностранца были заняты. Потеряв равновесие, кореец полетел вниз. Падая, он еще и ударился о выступающий балкон. Сбежавшиеся земляки рабочего посчитали, что тот жив, и перенесли бесчувственного мужчину в строительный вагончик. Однако помощь медиков упавшему была не нужна. Он погиб от многочисленных переломов и травмы черепа. Его тело будет кремировано, а прах отправлен на родину. Место происшествия Анна Карпова, Александр Савчук.